Відкрита трибуна. Як часто ви перевіряєтесь на ВІЛ-СНІД? На самом-то деле я проверялся очень давно, лет 8 назад. Но считаю, что стоит проверяться как бы чаще, хотя бы раз в 5 лет. Ну и следить за этим, соответственно, как бы не колоться. Но, в принципе, я думаю, что это очень хорошая идея, но не для меня. Ну, ежегодно, так как я учусь, у нас проходят как бы проверки по поводу ВИЛ-СНИДа вообще, ну, как бы. И типа, ну, я считаю, ну, как бы, мое мнение, что это полезно в сторону людей, потому что, ну, никто от этого не застрахован, и как бы знать, и типа, потом уже предпринимать какие-то меры, пока здесь не поздно. Ну, я считаю, это нужно делать хотя бы раз в год. И раз в год мы стабильно с семьей, муж, я, мы обязательно проверяемся. Ну, потому что, ну, так как у нас, к сожалению, на Украине очень высокие показатели ВИЛ. Вирішує кожен. Ну, я перевірявся півтора року тому. Особливо, ну, лично сам. Це було моє бажання, так сказати. Ну, сейчас я беременная, поэтому проверяю за всю беременность аж 3 раза на ВИЛ и СНИД. Не знаю, зачем так много, но проверяют. Вот. Вообще, я считаю, что если ты доверяешь своему партнеру, то можно не часто проверяться. По-честному, я ни разу не проверяла. Ну, вернее, когда была беременна, проверялась. Сдавали анализы, но это как полагается. А так нет. Ну, у меня просто муж всю жизнь один, и нет причины, наверное. Відкрита трибуна.